Когда вы создаете эту технику, когда вы создаете робота, надо думать нестандартно. Задавать стандартное мышление в него, чтобы он у него функционал был стандартный. Но вы должны думать нестандартно и придумывать нестандартное решение. Вот я желаю вам, чтобы побеждал именно такой мыслящий человек, конструктор, создатель. Ну, а в принципе, я желаю вам успеха. И вы занимаетесь, как я сказал, перспективным делом.